Золотая осень в самом разгаре, температура бьет годовые рекорды. Мы вышли в парк Горького поговорить с минчанами о прекрасной погоде. Ура, осень! Замечательный октябрь, замечательное настроение, отличная погода, листья шуршат под ногами. Очень красивая картина, как будто-таки заново лето. Вышла в парк прогуляться, насладиться, наверное, последним солнышком в этом году. Вот, зарядиться витамином D. Можно и покататься на велосипеде, и отправиться куда-то за город, и просто погуляться по парку. И работать как-то даже и приятнее немножечко. Настроение такой погоды, конечно, прекрасное. Думаю, наслажусь вот этой невероятной прекрасной погодой и подготовлюсь к зиме морально. Хочется посидеть на лавочке, попить горячего чая. Каждый день гуляем с ребенком. Супер, очень все нравится. Таких бы дней побольше. Последние теплые деньки осенние, великолепные. Вот дети радуются, играют. Значит, все у нас отлично и все у нас очень хорошо. Погода!